струны у музыкантов. Я думаю, этому стоит поаплодировать. Вы видели, как Антон выкручивал тут уже приборванных струны. А вот теперь новая гитара, новые струны. Я думаю, Макс не обидится, если не обнаружит на своей гитаре пару струн. Ну и заключительная песня коллектива свободных музыкантов. Циркуль. Я думаю, вы все ее узнаете и будете вместе со мной. Пробуйте!